обсуждают-то? Я охерел, конечно. Блять. Смотрю, блядь, это Саня исчез. Саня, нет ветра? Не хуй его знает. О, охереть, вот он. Где? А, вот. Я смотрю, слышу, где-то трактор хуярит, блядь, думаю, где ты делся? А тут смотрю, покидает администратор, а трактор хуярит где-то, блядь. Блядь, что завести с ним? О. Да, блядь. Да это уже интернет, блядь, говно. Блядь. Так. Ты охренеть, ребята, вы представляете, вон администратор, который стоит в зеркале, вы его видите, он пишет уже видео, пишет и молчит. В каком? Да я только только пришел. Да, мы, короче, валим, бля. Я вот это, я просто, ребята, охереваю. Вот это все, что видите, да, 13-е поле, это все я... Это я только второй раз кручусь, по-моему. Смотри, а Дэн полетел на этот, на разгрузку, я так понимаю. Походу, да. Саня вот только приехал с этого элевата. А, не. А, нет, Дэн еще только он так решил, например. Ну, я за вами буду ехать, я думаю, там ему еще чуть-чуть осталось. Короче, это охренеть. Саня, у меня, кстати, мигалки работают эти? Работает, не переживай. Я раз 15 уже за свои мигалки спросил. Че ты полетел вперед? Вот ты на поле заехал или ты по траве еще едешь? А, кстати, заезжай. И как тебе? Да, че, как-то вроде плавно идет. Я не знаю, Дэн ехал, он прыгал. У вас как-то звуки. Ёбаный... Что? У вас как-то звуки тракторов разные. У Дэна такой более. А у тебя забыл, будет... что у нас даже трактора разные где-то. Ну да. Ну вот. Да, тут же старый, получается, у Дэна старичий. О, смотри, потопил. Я не понял, ты что на взлет пошел. Так реально, смотри, охереваешь. Ох, нихера, блин, блядь. Саня тоже поехал, говорит, чуть не перевернулся, вы представляете, на тракторе. Я вообще... Вот, ребята, реально, вы его канал увидели, да, наверное, или нет, не знаю. Ну, короче, это самое тоже, я ставлю ссылку, в принципе, на Саню на этот самый канал. Посмотрите, да, он какие и он игры увлекается, и вообще. То есть для меня немного Саню видеть на тракторе дико, просто дико, понимаете, реально. Его наблюдать на тракторе, сука. Вот, Саня на я тракторе. Я вообще изначально не хотел на тракторе. Я хотел, чтобы мне хотя бы газончик какой-то купили. И то, блядь, хотя бы какой-то, ага. Ребята, был такой нюанс. Я говорю, Саня, если там берут газончик там за 9000, по-моему, или за 9,5. А там такой старый, еще какой-то с 60-го года, по-моему, он идет. То есть не 80 тот, который уже более, да, там в советское время, которое мы застали, а еще тот, еще те старые вообще-то. Он говорит, вот это, говорит, ты что, я думал, там уже более поэта. Ну вы представляете? А тут он херяк. И все же на тракторе человек сел. Это да. Я не знаю. Для меня что-то щет. Жадность фраера разгубила, называется. Ну я не знаю, ребята, лагали, блин. Старый газон в итоге ни с чем остался. Не, ну что, на тракторе, то есть с номерами трактор козырный. А, круто, блядь. Блядь, слышишь, жалуешься, у тебя хоть трактор быстро ездит. Ну как быстро, 30. У меня позвонили с моими 26. Ой, капец. Это просто хит. Ну блин. Не знаю, я сейчас пока сижу, пока мне хватает сил, пока сижу. Ну как бы оно. Вот эта однотонность такая, блин, чуть-чуть. Ну да, а Виталий, тебе еще столько косить, тут а я ебу. Саня, прикинь, я тебе столько по одному и тому же самому маршруту возить зерно. Я ебу. Это ебануться, блин. А мы сейчас это поле уберем куда-нибудь. Ладно, Виталий, я думаю, что, паузу. Ну да, сейчас скоро продолжим, ребятки. Полный прицеп и. Мне нужно ехать элеватор выгружать, так как в бункер я херово, ну то есть не в бункер, а этот, на склад наш я завез первый раз, это херовая идея, блядь. Получил я, короче, от этого нашего фермера пиздюлей. Что такое? Что время? Написал, блядь, это. А, ему типа надо что, идти? Чё-то не заплатили. В смысле? А. Так может он тоже туда завез или чё, блядь? Не, тебе должны бабки. А, у меня 27-120, я не знаю, мне просто я не видел. 27-120, а, сейчас... Я сейчас выгружу, посмотришь. А, так подожди, общий счет. А он чё, не видит общий счет? Не, Саня, у тебя нас... У меня ноль.
У нас не общий счет, у нас отдельный Виталь счет. Да. Сейчас будешь разгружаться, а я подскажешь. Я просто по видосу оно уже будет видно. Но у меня было вроде. Сколько у меня было? 25 или 23, да, что-то? Что 27 не было. Хуй знаю так. Чуя. Да, Саня такой именно реально здоровый парень поехал. Говорит, все, я говорю, уже прям быстро такой все это. Дым поехал, Саня, а че он поехал? Куда он поехал? А потом это самое, да, оказывается. А, он сделай как Дэн говорит. Так, 27-114 у меня. Тут я смотрел, бывало вот такие случаи, ты знаешь, когда играешь эти, -2500, -2300, что-то уходит. На обслуживание техники и так далее. А, блядь, тут, наверное, реально бешеный, сука, копейка, бешеная копейка уходит на это, на ёптвон. Ну что? Да. Да, ну просто реально, если в одиночке начинать, ну, и без этого всего, как говорится, блядь, серьезного финансирования на сложной, да, тебе там дается там сколько там, 5000, грубо говоря. Ну, как-то, да. Ты пока трактор найдешь, ну, блядь, это будет сложно. А я даже не знаю, есть, ну, в принципе, по идее, должен и комбайн где-то быть, и трактор, да? Там оно должно, по идее, быть, блядь, ну, где оно такое? Наверное, где-то так запрятано пиздец. Саша, а это, кстати, я вот еду, вижу. Вроде как силосные ямы вот слева у меня. А, блядь, вот нам надо будет еще эту, сука, разрыхлитель сраный купить. Как он называется? Культиватор? Нет. А какой? А тут понял, блядь, чтоб сено в один волок делать, типа. Что, Виталик, стой. Блядь, это ж точно надо будет вот этими еще тюхами заниматься, это ебануться. Да, тут получается, ребята, как вы все, наверное, знаете, кто, да, вот, есть такая хрень, которая три волка идет, там, к примеру, чтобы ты нет, там... Нет, а это, я думаю, уже потом с этим разберусь, хотя бы главное для начала собрать их, а с этим-то уже потом разобраться. Я тебе сейчас можно. Скажу, что почем. О, мы с Дэном на перекрестке разминаемся. Блять, а... Тюковка, техника для тюковки, да, к примеру? Вот есть... Что там? Это Дэн мне посигналил. Тюковщик прессовывает скошенную траву. Есть. Тут он 7 тысяч, кстати, стоит. А, Саня, ручной пресс. Подборщик ПРП 1.6, стандартные тюки 1.3М, короче, что-то такое. 1.3 метра, походу, размер. Максимальная рабочая скорость 12 километров. $1000 стоит. А что? Ручной пресс? Пресс, да. Рулонный. А, не ручной, сука. Блядь, думаю, что за ручной пресс? Рулонный. А как работает он? Ну, к трактору прицепил и пошел. Слушай, прикинь, проезжаем мимо этих, мимо электростанции, и реально слышу в правом наушнике такой, знаешь, как реально проводовый гул такой, такой вибрирующий. От напряжения, прикинь? Охренеть. Ну, круто сделано. Блять, Виталий, я все еще еду туда. Да ну нахер, Саня. Я тебе серьезно говорю. Это ты куда? Элеватор, блядь, это ты сейчас направо будешь поворачивать? Ну, где-то я хз, где-то тут он, типа, заезд на базу, по-моему. Ну, короче, я тебе скажу одно, что смотри, куда разгружать по светофору. Ладно, ой. Ну-ка. 27.95 было, стало. 27.95 да? Было, да. Стало 30.455. А, 3361. $3361. Ебать, тарахтить. Не то слово. Хардкор. Ты показал своим зрителям это? Эту, как ты там разгружаешься? Да, все, можно на паузу уходить. Давай. А что, у тебя бункер только 3? У меня, да, 3 тонны бункер, вот. А я думал, тон 8. Ой, ебал, он валит, у него там такая струя, блядь, с этого дыма валит. С выхлопной. Масло не берет. А ну, заезжай. Виталий, у меня уже третьей части бака нет. Да ну нахер. Я тебе серьезно говорю? Еще заправляться скоро надо будет, блядь, через две ходки, наверное. Ну тут по дороге заправка есть, в принципе. Блядь, да ебануться этими тракторами.
А да, ну там тарахтит, наверное, пиздец. Слышишь, а? Сейчас. А ты, кстати, это заметил, что у него этот комбо на тракторе его это самое прыгает, короче. Танцуй как тише. Так, все, заводим. Пипец, пускать этот. Ребята, смотрим, он гонщик пошел. Ты запись включил? Да? Это звук, Саня, звук, ебаный, что это пиздец. Тарахтит. Сейчас, блядь, жаль, я повернул голову. Блин. А, ну все, он только стол пыли, блядь, и задняя часть пыли. А, все, он уже потерялся. Ушел. Да, остался я один на один, ребята, с этим своим сайгаком, блядь. В пыли весь сижу такой. Охеревший. Наша а здесь. Я бы... Ты а что ты, а ты себе Гарри пошел на это, на элеватор, ты же маст там себе скоро получишь. Можешь один на один, блядь. Ой, да, блядь, так, ладно. Ребята, вот мы, блядь, трактор, даже не трактор, конь, танк, реально я весь в железе сижу такой вот. В сане хоть какие-то там мягкие эти обивки, набивки есть, а у меня все железное, все жестяное такое, ужас. Какие там обивки, Виталь, у меня руль даже железный, блядь. Обивки, блядь. Что же придумал? У меня, наверное, единственное, что не железное, это колеса резиновые и стекла стеклянные, блядь, а все остальное железное. У меня тут табуретка даже железная. Та ну блядь. У тебя вроде же МТЗ должен быть, неплохо. А не, ты че, у меня тут сидушка, блядь, нихуя себе. Ты слышишь, уже проездил сколько? Слышно? А я не знаю. Саня, а я неплохо. Это тут жахнул он уже, в принципе. Если так вот прикинуть. Раз, два, три. Да, а, блядь, нет. Ну, не знаю, сколько у нас было. У нас было где-то 27. Ну, сколько? Где-то да. Я думаю, где-то больше, даже больше, Саня, мы, наверное, поимеем с этого поля. Больше 20. Ну, видишь. Короче, это как-то так. Я не знаю. Смотрим, короче. Ты там это... Ну, смотри, я тебе бабло дарю. Ты 3 было 37. Видишь, плюс 3 с копейкой. Да, 3,337 теперь. То есть 3,300 капает стабильно с одной прицепки. Непогано. Это, наверное, надо будет... Парни. Смотри, извините, я перебью. Парни. Вы представляете, это поле, блядь. Вот это вот поле, которое... Вывести. Вот это вот поле огромное, которое я сейчас с комбайном, да, вот кашу, они вывозят, кайфуют они на тракторах. А вы представляете, ему что-то придется культивировать, а культивировать придется за этим самым трактористом. Виталь, а потом его еще закультивировать, а потом еще засеять. Да. Ты представляешь? Это ебануться. Это нет, нам будет Саня, с сеялкой у нас будет попроще, ребята. Сеялка у нас тут... Саня, короче, тема такая есть, сейчас она в модах, я тебе скажу даже где именно. А, сеялки. Здесь, получается, есть вот, сеялка используется, не, блядь. Короче, это, как она называется, скажи, не тебе скажу. Не знаю. Блядь, две сеялки можно цеплять к трактору сразу, понял, типа, как переходник этот. Я понял. Типа такой расширитель и сразу две цепляешь. Ну видишь, там, блядь, трактор может не подтянуть этот. Требуемая мощь. О, Саня, у тебя мощный, кстати, трактор. Как раз подходит. 70 лошадок. У меня 80 кобыл. О, надо 70. Так раз к тебе трактор подходит. Будешь сеять. Так это на одну сеялку. А там же две надо сеялки. Ну да. Подожди, хорошо. Ты 70 лошадок. Сеялка требует 70 лошадок. Ну, а если двумя сеялками ты говоришь, это ж надо две этих. А я хз, честно, не знаю. Ну попробуем, посмотрим. Да, ну факт в том, что я же говорю, тракторист... О, Дэн приехал! Давай, грудь. Саня, ты нас выглядываешь, да, вот, на крыше с этой стоишь. Да? Да. Ну, ладно, элеватор на слепировке. Ну, ладно. А, он уже все походу. На склад, наверное, надо выгрузить или как? Я понял, что это смешно было со стороны. Чё, Дэн полетел? Или, а, еще?
Опа, у меня что, просадки на себе. Бля, у него трактор такой пиздец еще, советский. Да еще довоенный, наверное, такой. У него старый-старый, да. Видите, как тут трактора обгоняют. Блять, по полю, ну не знаю, я впервые просто вижу, что драться и так реально мчали. Можно ты их разворот. Ща, подожди. На элеватор, и у него прям перед носом закрыли ворота, сказали, нет, чувак, извиняй. И поэтому мы едем, сейчас будем забивать понемножку склад наш. И не знаю, работать, и, наверное, сука, дальше. И, зарабатывать на КамАЗ, кто-то будет. На КамАЗ. Да. Да. Саженька будет на КамАЗе скоро. Наталья, Тарик, сука, чувствую, всю жизнь будет, блядь, никакой перспективы, на Ниве. Виталий, я вот реально, сколько мы играем в ферму, я постоянно помню, ты на комбайне, и все, уже приелось, реально. Виталий, уже реально, если стоит вопрос, кто будет работать на комбайне, то тут даже нету... Проблем, я понял. Да, Виталий на комбайне садит, все уладит. И все вопросы решены. Блядь, ставь на паузу. Давай уже тогда запишем, как мы в базе едем. Ребята, Ники. Да? Ну, короче. Так, да, ребят, блядь, поехал не в ту сторону, представляешь? Короче, заправить надо. Че, мы уже, в принципе... О, вешал, че я? Паскуда. Да отмену там нажимай, потому что если ты нажмешь окей, то потом еще, если не выполнишь этот заказ... Такие бабки будут, да? Попадёшь. То там, Виталь, влупят, да, попадешь на бат. Короче, на сегодня мы закончили, потому что уже ночь, элеваторы все позакрывались, мы на склады чуть позасовывали, и нам, в принципе, уже Дэну надо ехать по своим делам, и нам, я думаю, уже хватит. Так что можно, в принципе, я думаю, ехать потихоньку на базу, заправляться и кругляться, вот так, наверное. Это... Да, так что сейчас мы, в принципе, вам подожди, покажем. Я не могу заправить. Нашу базу вам сейчас, ребят, покажем. А, у меня еще, кстати, пинг идет мозги, так что я лагаю. И ставьте ставки, кто первый доберется до базы, я или Виталий. В принципе, у Виталия нету шансов, я думаю, против меня. Ребята, на Эволю 26. Виталь, 33 не хочешь? Блин. А да, просто тоже, да? Асфальт кипит. Чего? А мы все топим на базу по одной дороге. Блин, последний, да? Да, да. Я даже вижу, как ты ехал, выезжал, блядь, вилял тут, блядь. Ну ты этого не вижу. Ты меня видишь? Нет, еще тебя не вижу, кстати. Ну зашибись. Но я уже тебя догоняю, Виталий. Да там еще, блядь, в принципе, не так уж и далеко осталось. Не так уж и далеко. Осталось ехать, блядь. Да хотя я думаю, я сейчас тебя до поворота догоню, блядь. Когда ты будешь входить в поворот. Только по РП мы так едем. Я понял. А ты сейчас на... О, я тебя вижу уже. Блядь, спрячь трубу. Да ну, точно, бля. Чего? Я просто, Аня, был сосредоточен, что надо сваливать от тебя. И этот, трубу спрячь и закрой, и этот, ну, эту хуйню, лючок, как. А ну смотри, закрыл? Да не вижу еще. Ты как раз повернул. Слышь, а у тебя этот, там есть, да, пшеница внутри? Да. Блять, надо было тебе высыпать. Ну давай, Саня, я еду 25, догоняй. Только в поворот, скажи, Виталий. Да не, в принципе, должен тебя догнать, где-то как раз до базы, я думаю. Нихуя. Не, не догоню. Нет, я уверен. Блять, да Виталий, гони давай. Поставьте, сделайте ставки. Кто кого сделает до базы. В принципе, не так и далеко. База осталась там, где вот садовый центр пишет, Village 4. Вот, в принципе, mm-hmm. осталась финишная команда. Ну да, тут мы уже реально рядом. И Виталик сейчас... Виталик... Блядь, Саня, не гони нахрен. Гору ведет. Смотри на взлет. Вот уже, блядь, под жопой у меня. Да все, Виталик, ты только не блокировать, понял? По-честному, да. Трубу открывай. Че, не будешь зерно на ходу сыпать? Сань, ну надо зерно по-любому тебе собрать, понимаешь? А да, если оно намокнет.
Да не намокнет. Дай его потом дену. Это же задрался, я. А, нихуя, он что не ваше задание. Ой, Саня, тут я не могу просто так. Тут он бабушку надо объехать. Подожди, я объеду бабушку. Какая-то бабушка шла, чтобы не зацепить ее этим самым. Вот так, о, все. Все, это ли она обгон пошла? Блять, собака побежала дорогу, Саня перебегала. Ох, тихо, я тебе сыплю уже, Саня, не спеши. Саня, не спеши. Дай я тебя насыплю, давай уже, тогда едем раз уже. Нормально будет. Ладно, ладно. Давай. Ну, чтобы, как говорится, это... Бля, Виталь, мне что-то лагать начало. Кстати, это село, кстати, здесь у всех лагает, походу. Блядь, лагает, у меня пинг 44, блядь, это из-за тебя, по-любому. Вот за меня, конечно. Чифары свои. Я по твоим еду этим. Слышь, да подожди, не спеши, говорю. Давай это, нормально, Саня. Может, мы остановимся и ты насыпешь? Блядь, давай. Куда ты поехал? Там я сыпал. Твою мать. Не хотел меня обмануть, а в итоге сам рыба. Сука, не... Я ж тебе говорил, ты не туда стоишь. Блядь, а я в эту дырку не могу пролезть. Ёпта, Саня, иди вытаскивай. Сейчас трактор поставлю, блядь. Блядь, прикинь. А, полный привод, Виталий. Чё, ты застрял? Блядь, Дэн едет, ёханый, Саня, бегом. Ну ж получу, понимаешь? Ой, блядь, сейчас Виталия припаркует. Ладно. А ты что, там выехал или застрял? Не, все нормально. Блядь, что? Он уже едет пока. Блядь, я свет не выключил, там... Ёб твою мать, надо бегом. Я не могу заехать-то. Блядь, Виталий, я не могу заехать. Не можешь заехать? Так в открытые ворота-то. Ну смотри, тут такое предполагалось, то что это, говорит, а кто первый до базы, да, то есть на базу попадет, то есть не то, что там кто, говорится. Ну давай. Не, ну кто заедет техникой, да? Не. А, так я уже... А, наверное... да, техникой. Че не, наверное. Надо, чтобы ты ворот открыл. Ну давай, кто первый техникой. Техникой, Виталий. Своей. Ну, комбайном имеется в виду. Я не понял. А ну, открой, у тебя открыты ворота или нет? Открываю. А ну. Я первый. А, не, мы договаривались с техникой, кто заедет. А дети. А ты что, проехал бы? А? Ты пэхнул, что ли? Чего? Комбайн, ты пэхнул? А что это такое, ты пэхнул, Саня? Блядь, ну ты дурак, пиздец. Он знаешь, где он в городе, там где ты покупал. А что, не, что это значит слово ты пэхнул? Да. Не, давай не прикидывайся, друзья. Саня, я ПРП. Включи карту, посмотри, где он. Сейчас будет шеф спрашивать, что там комбайн делает. Ну, если он заметил, правда. А где он? А вот заезжают. Комбайн где? Блин, там. Так тихо, мне нет. Блядь, нахуй ты его? Иди забирай, заебал. Чё ты его бросил на дороге? Так я не на дороге, я его припарковал там. Ай, еди, забирай. Да он тебе надо? Ворота открой. Так открытые. Ну, оно у тебя открытые, понимаешь? Ты же типа как хост, а у него закрытые. Открыл ворота, но не мог. Капец, он, а у него грязный сателлит. Реально у Дэна грязный сателлит, колеса такие. Опа, Саня, сейчас ты получать будешь, не? А он только подъехал, он сразу к нему бегом. А я что получать? Ну не знаю, потому что ты устроил гонки, захотел. Иди за этим, за комбайном с ним. Так, ладно, ребят, вы увидели нашу, в принципе, базу, наш, вот, как говорится, маленький такой старт. Ну, как-то так, хизы. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте те лайки. Пока. Так, все.